Хей, йога, с вами Шмаки, мы продолжаем проходить игру под названием Bloodstained, либо Капли Крови. Так, сколько мы уже прошли с вами процентов? Их вы знает. Ну, где-то уже 90 есть. Хорошо то, что меч станет. Это типа порох. Найс. Опа. Здрасте. А, так, инвентарь. Так, так, так. Тут ничего нету. О, тихо, тихо, тихо. Я здесь сейчас понял, что мне нужно по снаряжению быстро... По снаряжению... Так. Пятерку. Пятерку. Нагрелась на снарока лечит, а вы что с ним? Стой, это не то... Пять. Вот это, да, мне нужен? Так, тэш... Пять... Давай. Так, у него монетки падают. Ого. Я так сейчас подумал, давайте сделаем вот так. У него монеты падают в теле. Все? А, он себя слышит, хилит. Я тебя понял, приятель. А, так ты себя полностью восстановил? Окей. Всё? Да? Все. Так, золото. Золотая пуля. Сделай так. Сделайте из 1% своего золота оружие и бросьте его в выбранное направление. А ну-ка. Инвентарь. Не том. Осколки. Ха-ха. Пулять со монетками. Пулять с монетками — это классно. Так, ну там, блин, есть еще проход прямо. Подождите, осколки. Зона огненная пуля. Мясоруб. О, мудрости. Почему мне типа урон сейчас не увеличивается? Так. Ладно. Пускай тогда будет оглас. Это походу не тот меч. Это мне нужно эти брать. Самурайский меч искать. Сейчас мы пробежим в левую сторону, я хочу посмотреть, что там, полностью дойти. Потом пойдем по верху. Э.
бесит. У меня защита, мне плевать. У меня защита, мне посрать. Новый уровень. О, я понял, до свидания. Я наверх. Плюс хп. Готово. Подождите, все-таки у меня осколок походу работает. А, не, не работает. Слово мудрости. Мне нужно что? Что мне нужно? Снаряжение. Свидание. До свидания, до свидания. Так, камень путешествий. Я помню, тут что-то есть секретное. Готово. Готово. Можно ниже, да, пойти, наверное, в колодец. Да? А, ну блин, отвалите от меня! Валите. Блин, слишком много куда можно пойти. Но это у нас переход в следующую локацию. Давайте возвращаться. Давайте возвращаться, потому что я могу сейчас отлететь. Крыло демона. Опа, ребята, это как раз то, что нужно той этой девчонке. От чего я крыло демона получил? От чего я получил крыло демона? Тихо. Там дракон. А чтоб меня не жёг. Здесь довольно жесткие шипы, нафиг надо. Сейчас тогда вверх пойдем. Так, пушечные ядра. Ого, уже 93% мы с вами прошли. Нихера себе. Так. Эта фиговина у нас дальше, дракон.
Дракон у нас немного дальше. Готово. И все. Только 500 денежек. Окей. Листья феи. Окей. Куда мы теперь? Давайте вниз, либо влево. Или вниз. Давайте вниз. Или влево. Пошел у нас влево, подождите. Че влево не пошел? Вот чувство влево. Мы стали миньоном, поэтому нам нормально. А, клаву так можно сломать запросто. Пойдем, короче, влево. Вот там куда-то можно дойти. Поймешь. Но нас не зацепит. Это челик. Посмотрим, что здесь. Ой. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, здесь есть проход, хорошо. Здесь у нас просто тупик, да, идет. Че это так? Поехали в эту сторону. Ай-яй. Так, снаряжение получили. Хм, на них можно запрыгивать, ладно, они не дамажат. Так, возвращаемся, чтобы сохраниться. Возвращаемся, чтобы сохраниться. Так, далеко пошел. Далеко пошел. Там мы были, да? А, стойте, там снизу еще есть проход. А, мы уже все равно идем сюда. Будем постоянно сохраняться, потому что я довольно большую часть локации открываю. Но вы видите, уже 94% открытой карты всей. Я не знаю только, как тот сундук, конечно, открыть. Порох, 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 порох. Сколько пороха. Пороха.
Пороха много. Пороха очень много. Так, сколько мы убили боссов? Одного, да, босса? До свидания. Ладно, наверх. До свидания. До свидания. Блин, меня вот бесит это ее способность отражать атаки. Сука. Ладно. Так, хорошо. До свидания. Вот какого черта ты блокируешь? Не блокирую, ради всего святого. Ладно, next локация. Ледяная гробница. Ау. Да. Получен. Мне интересно, он просто ездит и все. Он довольно сильно дамажит. Да, он походу просто ездит и атакует этим. За счет этого. Нет, он атакует. О, быстрое перемещение, хорошо. Кристальная броня. Максимум О. Утерянное кольцо. Так, в принципе, я могу сюда теперь войти. Мне что-то кажется... Пизда, если так идти туда. Это долго. Так, у нас здесь, да, телепорт? Давайте сюда. И сходим как раз к миллионерику. Миллионерик. А где? Уже скоро туда-сюда, уже и конец. Нужно меч взять мой. Так, сейвимся. Пять почти уже процентов выиграно. Снаряжение. Кристальная броня. Особая броня с кристаллом. Так, пласть. С кристальными пластинами дают сопротивление тьме. Да уж. Какой-то не очень. Талисман. Утеряно колечко. Тяжелое кольцо увеличит боевой так. Опыта. Ну, у нас, в принципе, два таких кольца. Можно таких два натянуть. Почему нет? Посмотрим, что у нас.
комната миллионера. Давайте жесткие. Ой-ой-ой, тихо. Инвентарь. Тихо. Ух, присаживаемся. Вишня. 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 Ай-яй-яй. Ну ты надоел. В смысле он попал по мне? Ой, изи. А, демонов убито? Погибель богачей? То есть мне этого нужно было грохнуть? Архивы, демоны. Вальфара, демон, черпающий силу из монет. В последнее время удача ему изменяет. Лунгетсу. Вепрь. Погибли богачей. Дух, жадность, ожидающий так, либо банкротство, либо богатство. У всех так до хера хп, жесть. 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 Ну мы убили еще одного, считать босса. Так, давайте теперь что делать? Что будем делать? Телепорт. Телепорт. Нам нужно вот сюда. И я хочу посмотреть, что... Куда побежал Зенгетсу. Что там будет?
Типа, есть ли там вообще что-то, либо нету. Ну, с помощью коньяки это просто быстрее будет. Так, нам нужно сейчас чисто в левую сторону. А снизу что я там пропустил? Ладно, ну гоу чисто влево пока что, посмотрим, что там. Если там ничего, тогда ладно. Там, кажется, дракон, да, был? Тут просто сундук. Подожди, а почему Зангетсу сюда побежал? Кажись, я чего-то не знаю. Нужно все-таки брать этот меч. Зангетсу. Он получше здесь будет работать, мне кажется. Готово. Наверх. Я тут монет. Если еще, если в крайний случай будет опасно, я заюзаю телепорт. Так, здесь эти у нас здоровички, да, более? О, секретка. Емкость. Кристалл, дрова. Что здесь? Там ничего. Здесь пусто. Давай быстрее восстановлю. Красуется, красуется. А глаз светится. В смысле, сумка просто пропала? Она реально просто пропала? Найс. Отлично. Просто замечательно. Так, тут у нас нифига. Готово. Так, проход есть. Водный камень, хорошо. Can
Чего? Снаряжение, одежда. Это что, типа гонки? Жизнь, да. Окей, походу, если бы я его перегнал, он мне что-то обдал. А у нас есть какие-то предметы, а ну-ка. На скорость. Крит. Крит, прогресс карты. Ого! Их целых два. Пропорционально тому, сколько врагов вы убили. Кольцо риска. Не знаю, не знаю. Ну, это можно, в принципе, тоже взять. Сила понижается, конечно, только сильно. Да, он его атакует. А как мне быстрее? Я быстрее бегать могу. Может быть, его как-то можно перегнать. Но мне на самом деле это не очень интересно. Подожди, а у нас точно нету набег? Шарф загадочно смысле, шарф потрясает ткани, любой это шарф. А, волосы принимают ваши базовые подождите, которые дают вам волосы под эти глаза, шляпа на тата, голова молот, колобки с кожи, чавы аксора для водочной кошки уши. Под защитой грома. Черная шляпа, некра. Поменьше крылья бабочки. Обычная пастель, бла-бла-бла, не стоит движение. Так, восстановочная одежда не стесняет движение танцевальное. Броня, броня укрепляет крест. Одежда, скорость ваших атак. Тьма. Нет, ладно, не знаю. Так, снаряжение. Ого, тогда инвентарь. Камешек. Полетели. Я закуплюсь хилками. Создам их. Дальше нужно будет придумать что-то, ладно. За урожаем как раз нужно будет сбегать еще. Крылья, крылья, крылья. Ну это просто как предмет. Hi, Miriam. So, what'll it be? Сдать. I'll go with this. Я узнал правду о твоем сыне, Мириан. Как я и подозревал, это дело рук Альфреда. Почему Альфред выбрал меня? Чтобы создать катализатор, способ оставлять время понадобится многие годы. У него было время спустя лишь одного из нас. Но почему именно меня? Потому что ты настроена лучше всех.
Даргитса сказал то же самое. Могу объяснить по-другому. Если собрать все кристаллы всех оскольщиков в один большой катализатор, твой кристалл дал бы половину общей силы. Не уверен, стоит ли это гордиться. Альфред знал, что катализатор станет вдвое слабее, и эксперимент провалится. Да, кровь придется пролить, но появится хоть какой-то шанс спасти мир один раз. Но даже полный силы оскольщиков привели к несмешным бедам. Да, это правда. Но Альфред понял, что эксперимент будет проведен после его возрождения, и решил, что полуметр лучше, чем ничего. Похоже, что я хотя бы так бы отчасти его спросил. Так, закупаем манашки теперь у девки, да? Теперь закупаем у девки баночки. Старуху не будем кормить, нахер она сдалась нам. Мне ей уже нечего давать. Она сказала, у нее какие-то дела, я знаю, вся просмотра, какая у нее. Так это уже был дело, разве нет? Ну, с ней. Так, ладно, нормально. Иди в сраку-то со своим супом. Сейчас сюда сбегаем, сходим к той женщине и закончим серию. Как раз урожай соберем. Крыло летучей мыши. Ищи, блядь, это крыло здесь. Класс. Хвост демона, хвост лили. Серьезно? Мне нет крыла, да? Да, мимо. Ну, тогда гуляй. Я почему-то думал, что у него есть оно. Зато мы, кажется, сделали, ну, задание. Золотое кольцо силы. А ну-ка, инвентарь, снаряжение. Кольцо силы. Кольцо увеличивает силу атаки пропорционально тому, сколько золота вы скопили. Что-то оно как-то вообще ни хера не дает. Колечко это. Подожди. А, я там не смог. А, хотя, а ну-ка. Создать. Что там сделать еще могу? Мингштор. Совсем. О, я его могу сделать, найс. I'll go with this. I like it. Мне нравится. Подожди, что это? Ботинки. Вены сапоги. День гнева. Его можете типа, улучшить? Или это то, что мы уже получили? Стальная молния мне нужен и орехалк. Хотя... Лучше из созданных алхимиками. Так, давайте смотреть. Мне нужен орехалк и запятнанный коготь.
Stop back. Так, снаряжение. А ну-ка. Пускай он будет. Посмотрим его в деле. И давайте на этом заканчиваем. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.